Время 3 часа дня, и скоро начнется Sun Eclipse. Привет из Нью-Йорка. Ну, как видите, пока ничего такого особенного не видно. Сейчас посмотрим. Через 15-20 минут должно начаться. На работе сегодня все только об этом и говорили. Все такие взволнованные, так интересно всем. Сейчас шел, смотрел, в телефон записывал и чуть об столб не врезался. Ну что, немножечко темнеет. Время 3:05 примерно. Заметно темнеть стало. И знаете, что интересно? Люди все идут и все смотрят туда. Все вот так идут. Мне кажется, сейчас все столбы будут врезаться. Но заметно потемнело. Я пока не вижу луну. Ну, сейчас ждем. Вон даже птички смотрят. Но никто, если честно, как в интернете русскоязычным говорят, что американцев пугает отключением электричества, отключением всего. Я не слышал про это ничего. Я работаю в госпитале, и у нас все это очень важно, наличие электричества. Нас никто об этом не предупреждал. Разумеется, подозреваю, что здесь несколько линий питания госпиталя, но я не слышал ни о чем таком, о чем говорят в русскоязычном интернете, что вот, мол, американцев пугают, запасайтесь водой, связи не будет. Только что созванивался, все нормально. Так что, как обычно, ну вы поняли. Знаете, что я заметил? Птицы перестали петь, как будто сидят такие. Ну, скоро должно начаться, я вот жду. А, смотрите, слушайте. Я в последний раз наблюдал солнечное затмение в деревне с племянником. Мы были мелкие. Это я помню тот момент хорошо. И там на солнце луна заходила буквально вот чуть-чуть. Много людей вышло, все смотрят. Что интересно, все взрослые сегодня на работе превратились в маленьких детей. Все сегодня обсуждали солнечное затмение. Кто видел последний раз, у кого какие эмоции, у кого очки, кто без очков. Люди, которым по 50, по 60 лет, все счастливые бегают. У кого очки, те вообще счастливые прям. Я на максимально приблизил, смотрите. Видно, как солнце потихонечку закрывается. О, ух ты! Это что такое? Это что такое? Я что-то не понял. Может, облака какие-то? Вы это видели? Ну, наверное, облака. Я надеюсь, потому что я что-то не понимаю. Оно то увеличивается, то уменьшается, да? На улице какие-то такие странные сумерки, как будто 30-40% света убавили. Хотя день, тепло, как бы я вот... Мне жарко очень в кофте и в куртке. Смотрите, сейчас яркость уменьшил. Вот, видно уже, что солнышко закрывается. Классно. Ну, что-то пока я ничего не вижу особенного. Все люди стоят с телефонами, смотрят, обратите внимание. Все с телефонами приготовились, всем интересно. Очень много людей на улице. Прям везде в Нью-Йорке люди. И все стоят на улице, смотрят. Ну и сколько мне ждать? Честно говоря, я уже что-то как-то устал. Что-то люди погрустнели немножко. Многие ожидали большего, но может еще закроется сильнее солнышко. Но люди что-то некоторые начинают расходиться. Уже не такие воодушевленные, как были раньше. Но стоят еще, и я тоже стою, и мне интересно. Что-то мне кажется, солнце больше становится. Скорее всего, не над Нью-Йорком 90%. Наверное, кто-то не сам-то друг друга. Я прям вижу, как больше света становится. Я не знаю, если честно. Я пошел в поезд метро, мне уже надоело стоять. Ну, что-то как-то ничего не началось. Ну что, время затмения уже прошло. Я ожидал большего, если честно. Даже грустно. Я ожидал реакцию, сейчас покажу какую. Я вот такую реакцию ожидал. Примерно. А было? С вами был Васек из Нью-Йорка и солнечное затмение. Пока.